Ислам Самадов дворником работает уже 3 года, говорит, профессии ему нравится, любит чистоту. Поэтому двор на Чернореченской 40 убирает как свою квартиру, тщательно. С бригадой собрали прошлогоднюю листву, мусор, подмели и вымыли водой дороги и тротуары. Затем их, а также скамейки и детскую площадку продезинфицировали раствором хлора. Сегодня у нас все хорошо, жители раньше помогли, сейчас по поводу вот это как бы карантина, жители не имеют права сейчас выходить. Так и должно быть у нас постоянно так, вот мы так работаем, детская площадка, территория, входные группы, все мы до единого, даже вот качели, вот это неделю один раз, два раза помоем, дезинфицируем. Управляющая компания Антона Попова направила на уборку дворов 2 бригады, в каждой 8 специалистов. Обязательно униформа и средства индивидуальной защиты, перчатки и маски. В арсенале лопаты, метлы и грабли. В дополнение бойлер с водой и аппарат для дезинфекции. Отличие единственное в чем? Если брать прошлый год, то люди выходили на субботники, и люди охотно выходили на субботники, когда они видят, что организация работает, особенно бабушки, в это время у них как раз идет посадка цветов, они ухаживают за газонами. В этом году, ну, своими силами справляемся, стараемся справляться, и думаю, у нас все получится. Во дворе на Чернореченской 69 тоже кипит работа. Здесь не только убрались и продезинфицировали территорию, но и побелили деревья и бордюры, отремонтировали и покрасили ограждения. Местные жители говорят, дворники и без их помощи с задачей справились на отлично. Сейчас заметно лучше стало. Сейчас за нас все делают. За нас все делают. Что посадили, то и растет теперь справедливо. Хорошо, молодцы, нравится нам. В микрорайоне, которым управляет Лидия Левицкая, 35 многоэтажек. И по всей округе нужно за месяц навести порядок. За чистоту на этой территории отвечают 4 управляющие компании. Пока по уборке дворов замечаний нет. Слушают замечания, конечно, прислушиваются. Отдел ЖКХ проводит со всеми работу в администрации. Так управляющие компании, в принципе, справляются. Сегодня в Мичуринском микрорайоне управляющие компании привели в порядок 4 двора. До конца месяца благоустройство коснется еще порядка 20. Такими же стахановскими темпами и с таким же качеством уборки территорий средники проходят во всех районах Самары. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.